Так, а Лера у нас, значит, настолько впечатлилась ездой на мотоцикле, снегоходами, что даже на iPad себе скачала мотоцикл и теперь гоняет. Да, Лер? Да. Нравится тем-то? Ну, тихо, так нельзя. О, по встречке, офигеть. Лер, ну вот это только в игре так можно, в жизни так нельзя. Да. Да? В итоге мы когда приехали на Рождество? Видели, какие все радостные? Потому что сегодня не наш Новый год, но тоже у нас в Карагах. Я все время путаю, как он называется. Но там все красное. Смотрите, какое у меня платье красное. Незаменимая вещь, просто незаменимая вещь. Автоспорт в опасности. Так что сейчас будем ее мыть и пойдем обедать. А позже будет пост. Одним из самых популярных вопросов, когда я отвечал на вопросы, было, типа, что с Марком Щербакова? Значит, вот мотор на Марка Щербакова, который мы поменяли ГРМ, переуплотнили, сальнички поменяли, все сделали. Вот, собственно, сам Марк, с подкрашенной в ТЦ автосеть Очакова подкапотным пространством, под капоткой, привода, турбовый редуктор. Стёп, иди сюда, Стёп, быстро. Блять, заебал. Быстрее. Но мы нашли кое-что важное в этой машине. Посмотрите, что мы нашли. Алды поймут, смотрите. Давай, еще раз. Давай. Ты в курсе, что у тебя, как это называлось? Пистоны. Нет. Пистоны. Как-то они назывались. Короче, пистоны. Ну, сорян, мы взорвали. В общем, сегодня к нам Лёха приедет поснимать тачку, и мы вот ее с завтрашнего дня начинаем активно собирать. Еще одна важная информация от, значит, свежеподтвержденного папаши. Значит, что ты хотел сказать, кроме того, что у тебя родилась дочка? Поздравляю тебя еще раз. Спасибо большое. Бам. Короче, у нас же есть YouTube-канал замечательный, да, на котором уже 44 тысячи подписчиков и 4 как тысячи... пальцы Ильиша можно показать. Да, 4 тысячи последние пришли прямо буквально недавно, и это зашибись, очень хорошая статистика. Быстрее. Но без подписки, алло, без подписки смотрят наши видосы 78% практически. Что за хрень? Это... Есть вопросики. Есть вопросики. И уведомления обязательно поставить. Поставили, да, колокольчик, увидели сразу же видосик. Надо свежий. Аватарку поменять еще. Аватарку сейчас поменяю. Да. В общем, Степа у нас YouTube-каналом занимается. А вас лично просят, а человеку, у которого родилась сегодня дочка, нельзя отказывать. Да, подпишитесь на наш канал, ставьте колокольчик. Блять, ненавижу, никогда не ненавидел этой плятки. Не... Хотите, подписывайтесь, хотите, не подписывайтесь. Ну, лучше подпишитесь. Санек, херни, где ты? Не посоветует. Все, давайте. А пока мы, значит, ждем Щербакова и пиццу. Это не связано. Не то, что Щербаков везет пиццу, а мы просто отдельно. Щербакова ждем, отдельно пиццу. Я, значит, принимаю участие в судействе конкурса детского рисунка Toyota. И сейчас я буду выбирать победителей. Это очень интересно, но ответственно. Знаете про этот конкурс вообще? Вот смотрите, как это выглядит. Например, я вот уже одно оценил. Это Котомобиль. Здесь описание от участника. Котомобиль – это автомобиль-помощник для бездомных кошечек. Он ищет бездомных кошечек и котиков, кормит их, ставит им прививки и веселит. Вместо выхлопных газов из трубы получается радуга. Ты ищешь бездомных котиков и кошечек? У меня есть такая машина. И веселишь их? Ах ты, блядь. Это Котомобиль. Но если серьезно, конкурс очень ответственный, победитель получает возможность поездки в Японию, при этом отнестись надо ответственно. Вот смотрите, например, возраст 5 лет, да?
машина нарисована. Явно в 5 лет такую не нарисовать. У меня дочке 6, я знаю, как они рисуют. В наше время человек просто не может обойтись без помощи чудо-машин. Таких машин существует очень много. Мне захотелось поучаствовать в вашем конкурсе, создать свою машину мечты. Моя машина безопасная, красивая, скоростная, бла-бла-бла. Поэтому этот конкурсант не подходит мне, потому что он явно воспользовался помощью взрослых. А тут задача нарисовать самому машину. Вот, волшебная машина для Мороза, Степан. Нашему любителю льда явно подойдет. Так, значит, доставщик пиццы какой-то странный у нас. Где-то видел я его. А, в Макдональдс ты мне приносил точно еще раз. В общем, сейчас... Марк принес тебе. Марк Дональдс. Да, сейчас Леха приехал, мы пожрем и идем. Лех, ну что? Лесенку пока не поздно. Какую лесенку? Лесенку не бывает, на Аристе 4-ступенчатая коробка. Поиграем в лесенку, давай, пока не поздно. Ты сколько подтянешься? Я? В лесенку поиграем? Давайте. Давай. Значит, Лехин мотор, Лехин Марк, Леха. И мы ему все рассказываем, показываем, он нам свои предпочтения высказывает. Периодически шутит, хохмит. Да. Да, в общем, все как обычно. Надо собирать. Уже летом поедем? Летом поедем... Точно? Точно. Поедем в апреле уже. Все. Ну, я в апреле не поеду, но мы... Ну, еще рано. Да. А летом куда поедем? В мае. А летом уже будем раздавать по полной программе. Понятно. В Москве, по Зеленограду. Встречайте. А еще ты, кстати, обещал на камеру, обещаешь приехать в Сочи на 4-й этап Сочи Дрифт Челлендж, и я тебя там прокачу в дрифте. Какое число? 21 марта. Да, да. Все, хорошо. Зафиксировали. Я прокачусь, посмотрю, что за дрифт. Давай, 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 давай. Да, Лех, давай, земля круглая, даст Бог, свидимся. Да. Пока. Не поминай лихом. Звони, если что, я на мегафоне. Так, все, приехали мы. Куда мы приехали? В ангар 13. Ангар 13. Вот он мой красавец, бля, просто любимый. Да ладно, брат, я... Здорово. Я такие комплименты от тебя, ну. Так, ну что, вот он, 2GZ-тик. Да, вот 2GZ. 2GZ. С новым ГРС. В 6 утра мне вставать. 130 работ надо оценить обязательно. Я сегодня закончу. Угу. 5 лет. 5 лет. 5 лет, да? Угу. Я в 35 лет, блин, так не нарисую. Кстати, Титов, смотри, какой автобус, а? На самом деле это очень интересно. Я кучу всего смотрю, внимательно читаю описание, внимательно смотрю на картинки. Значит, здесь вот 7 лет. Мне всегда было интересно, что думают животные. Машина-читатель 3000 сможет узнать, что думают зверушки. Вот так выглядит машина 3000, зверушки. Ну, короче, чтобы вы понимали, я там баллы ставлю за там смысл, посыл, уникальность, не помогали ли взрослые, качество работы, выполняет ли безопасность. И сейчас я вам... Я просто посмотрел эту картинку, и сейчас вам скину картинку, что думают животные. У меня есть специальный мем для этого, я его вспомнил и нашел.